действительно сегодня представляем вам на утверждение план обороны Российской Федерации. Над планом работал большой коллектив всех министерств и ведомств, а если говорить точнее, 49 министерств и ведомств. Отработаны все детали, все фрагменты. План согласован со всеми. Но самое главное то, что этот план учитывает и перспективу, и дальнейшее развитие, в том числе и реализацию государственной программы вооружения. Кроме этого, он, безусловно, учитывает все возможные риски и проведен, на наш взгляд, достаточно полный анализ того, что нас может ждать в ближайшие десятилетия. Именно поэтому мы считаем, что он готов к утверждению. Естественно, хотелось бы при этом добавить, что это не окончательно не застывшая форма. И в связи с разными событиями вокруг нашей страны, с разными угрозами, он, конечно, может корректироваться и будет корректироваться, безусловно. Но самое главное, это то, что здесь впервые удалось учесть все программы, связанные с обороной нашей страны. И программа вооружений, и программа мобилизационная, и программы всех министерств и ведомств, собственно, по всей территории нашей страны. Сергей Кужевич, впервые Генштаб, Министерство обороны подготовили план обороны Российской Федерации. Сергей Кужевич, ну и по текущим проблемам вооруженных сил. Мы действительно сегодня представляем вам на утверждение план обороны Российской Федерации. Над планом работал большой коллектив нашей страны. И программа вооружений, и программа мобилизационная. И мы действительно сегодня представляем вам на утверждение план обороны Российской Федерации. Над планом работал большой коллектив нашей страны. И программа вооружений, и программа мобилизационная.